Клематис пурпурея пленум элеганс. Вот он у меня самый первый куст. Этому кусту уже лет 9. Я его тоже закладывала. Получилось, в прошлом году я уже взяла один куст от него. Получилось уже 3 куста. Вот, сейчас я их хочу вообще убрать отсюда. Потому что у меня здесь растет гортензия. И она все, когда разрастается, она все это закрывает. Ему как бы не хватает ни солнца, ни места. Сейчас я буду его выкапывать, пересаживать в горшки. Потому что у меня уже 2 штуки растет. Сейчас буду пересаживать. Пересажу. Покажу, какие кусты выкопаю, покажу, какие кусты. Смотрим. Вот я выкопала. Получилось у меня выкопать его из примулой, но это не страшно. Я старалась меньше травмировать. Сейчас я прям с этим комом его и посажу. Еще остался вот еще один и еще один. Я не знаю, может, тот старый куст уже давнешний, наверное, его и выкапывать не буду. А эти вот помоложе, вот сейчас выкопаю. Вот у меня получился второй куст. Сейчас этот куст поменьше я посажу в горшок. А один, тот, что выкопала первый, нашла для него место. Посажу еще у себя. Будет третьим. Как я сажаю клематис? Здесь у меня место более-менее порядочное. Такое вот. Здесь они у меня все в ряд будут. Выкопала я яму. Выкопала я здесь у меня росла флокс рос. Я его выкопала. Выкопала яму. Засыпала ее щебенкой. Ну вот так вот гравием. И теперь весь этот куст я посажу, я не буду его, ему ничего делать. Земля здесь у меня хорошая. Здесь у меня, я говорила, перегнойчик. И там был перегной. Так что он уже напитался порядочно всеми хорошими, полезными веществами. И все, больше я ему делать ничего не буду. Посажу и полью. Получилось у меня как бы низковато. По уровню клематиса я добавила еще сюда лопату песка. Сейчас все это перемешаю с перегноем. И все. И сажаю. И вот посадила я клематис. Немножко пролила водой для того, чтобы он затянулся. Земля затянула корни. Корни я сильно не травмировала. Комом так я и пересадила. Пересадила вместе с примулкой. Пусть растут вместе. Кому понравилось, заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я буду рассказывать то, что я знаю по своему собственному опыту, как я все это делаю. Где-то послушала там, где-то прислушалась к тому, к чему-то дошла сама. Оставайтесь, будем наблюдать за этим клематисом, как он будет развиваться, как он будет цвести. Я все буду показывать и все буду рассказывать. Остался мой один кустик клематиса. Это был у меня маточник, будем так говорить. Я его оставила, подпушила здесь немножко, не стала его выкапывать. Пусть сидит здесь. Он поменьше будет и будет как-то так вот пущу еще на забор. Потому что гортензия, он рядышком с гортензией, гортензия забивает, конечно, его здесь. Ну, вот так вот сделала.